Россия, Москва. Представительство компании APL. Все готово к брейншторму. Это 30 топовых лидеров компании, которые примут участие в уникальном обучении и мозговом штурме. Впервые подобное событие прошло 2 месяца назад в Колумбии. Этот опыт оказался настолько полезным, что было принято решение незамедлительно повторить событие на другом конце планеты. Это действительно круто, когда в одном месте собираются лидеры и выстраивают стратегию, обмениваются своими рабочими технологиями, делятся своими результатами, делятся своей системой работы и договариваются, самое главное, о дальнейшем действии, которое приведут большую команду APL к хорошему результату. Чтобы брейншторм прошел максимально эффективно, лидеров рандомно разделили на небольшие группы. Каждой группе предстояло провести SWOT-анализ. Это метод стратегического планирования, помогающий оценить внутренние и внешние факторы, которые влияют на развитие компании. SWOT-анализ нужен, чтобы оценить сильные и слабые стороны компании и определить перспективы развития. И вот я, оказавшись в команде, где синергию составлял человек-программист, человек из линейного бизнеса, человек, который вообще в других странах представляет разную продукцию. И вот такой мозговой шторм был, представление этого всего, и я почувствовала, что вопросы одинаковые для нас, для всех. Мы болеем все за свою команду, мы очень любим президента, мы обожаем наш продукт «Акомолит-СМ», мы так гордимся, что мы сейчас на открытии 2-го завода побывали. Вот этот мозговой штурм, когда мы собрались командой лидеров и разобрали очень многие вопросы и нашли вот именно какую-то солидарность в этих вопросах и стали искать пути решения, честно, слов нет, до сих пор вот и сердце стучит громче, и мурашки какие-то, и очень хочется, наверное, чтобы такие мероприятия были еще. Я думаю, это не шторм, а целая буря, да, когда собирается лидер, и видно, что каждый лидер, он проник желанием улучшить работу в развитии компании APL. И вот это радует то, что люди высказывают даже и плохие, и хорошие стороны, потому что если только мы говорим о позитивных, да, то все думают так, что у нас все хорошо. Без внутренних разногласий или переживаний не может быть роста. Лично для меня это было открытие, да, когда люди все переживали, да, и делились эмоциями, впечатлениями. Но каждый вот по командам поработали очень плодотворно от души, потому что мы делаем общий бизнес. И сегодня, проводя вот это мероприятие, наши все мысли сложились и произошел резонанс. Я вам гарантирую, после сегодняшнего мероприятия будет товарооборот. Брейнсторм – это нечто, потому что мы знаем цель президента – стать миллиардной компанией. И меня больше всего радует, что именно президент понимает, что это можно сделать с командой лидеров. И именно лидеры сейчас генерят идеи, как еще быстрее, как более качественнее и надежнее выйти на миллиардный товарооборот. Много было предложений, и то, что Сергей Сергеевич останавливал, говорил, что помедленнее я записываю, да. Это вот самое ценное, что да. Те мнения, которые с наших команд прозвучали, и он их зафиксировал, это говорит о том, что нас слышат и слушают. Конечно, это был продуктивный день, очень насыщенный, я волновался, потому что были трудности, сложности, но пообщавшись, посовещавшись вместе с топ-лидерами, мы нашли решение. Как вы уже поняли, мозговой штурм оказался очень продуктивным. Он непременно повлияет на развитие бизнеса в России и СНГ в лучшую сторону. Компания зафиналила событие 100% пользой. Выступление креативного директора Ольги Куликовой открыло топовым лидерам огромное количество крутых фишек и инструментов для бизнеса. Я была сегодня очень рада видеть наших топ-лидеров компании. Я рассказывала им о инструментах, которые помогут им и их партнерам в работе. Мы обсуждали диски, облачные хранилища, инструменты, которые будут и уже есть в компании. Это классно, потому что сейчас они смогут рассказать о них и о новинках, о том, как их использовать своим партнерам. Когда мы увидели уверенного такого, не просто, что это жена президента, да, или даже руководитель креативного отдела. Это уверенный лидер, мастерски владеющий словом, очень четко знающий свое дело. И, кстати, было очень видно, что эта работа полностью прошла через ее голову, потому что она знает каждый пункт, каждый подпункт. Мы в восторге. Восторг.
Желание развиваться и масштабировать бизнес. Предвкушение изменений, которые сделают сотрудничество с APL еще плодотворнее. И, конечно, радость от общения с единомышленниками. Вот с какими чувствами остались участники, когда завершился брейншторм. Такое мероприятие, которое впервые проводится, действительно, оно впервые не только по формату, но и по ощущениям, потому что лидеры такие собрались, все выступают, все рассказывают то, что им нравится, где что-то можно улучшить, и ты понимаешь, да, компания слушает, что партнеры хотят улучшить, все это записывается, протоколируется, я видел, и очень надеюсь, что все это улучшится, и вообще наша компания будет супер-супер мощная. Я просто получаю адреналин. У меня была мечта попасть на круг вот этих топ-лидеров, да? У меня желание внутри было 100, а сейчас уже 200% желания еще.